Он сейчас будет проверять работу полностью подключенного аппарата. Поехали. Смотрим сначала, должна палиться жидкость. Полилась. Прям хорошо должна палиться. То есть не капельками, а прям вот. То есть сначала пролилась. Пошел работать насос. Угу. Отработал клапан. Пошла заполняться жидкость. Вакуум. Пока она пустая. Опускайте еще ниже. То есть опускайте так, чтобы вам было удобно. Опустите сначала стол. Надо опускать стол. Ну вот это, наверное, самое лучшее. Ну вот смотрите как, чтобы вы не были чересчур вытянуты. То есть, ну, чтобы мне вы могли... надо микроскоп опустить. Еще опускаем, да. За ручку вот за это можете браться, да, и регулировать. Опускайте так, как вам удобно. Нормально. Видите, нормально? Оперативная зона. Мне бы, наверное, вот... Да. Просто... Куда? Крутите, влево, вправо. Крутите его вот сюда. Либо вам надо расширить разрез, войти ножницами, отрезать это все. Хорошо. Я вот как раз и пытаюсь поймать вот этот. Распрямите его пинцетом, положите его на хрусталик, разгладьте его. Просто как будто шпатель. Считайте, что это шпатель. Разгладьте его, просто положите. Ага, вытаскиваем. Смотрите. Получилось очень красиво. Да, 60 мы оставляем, вспышечный. А вакуум пусть у нас будет линейный, не трогаем. Частота резов, скорость у нас остается. Все, ничего не меняем. Начинаем работать. Берем инструмент, распутываем аккуратно проводочек таким образом, чтобы у него был запас. Он у вас шел вот здесь. Аспирация с ультразвуком. Только аспирация. Плюс ультразвук. Только аспирация. Еще ультразвук. Меньше импульсы. Вот. Отдельная. Мощнее ультразвук. Педаль в пол, полный ультразвук. Педаль до конца. Только аспирация. Все, заходим в глаз. Сначала это чоппер, не забывайте. На жидкость сегодня, на жидкость. И сразу аспирацию нажимаем. И немножко попромывайте. Просто попромывайте, видите, у вас вискоэластик засасывается. Потрогайте чоппером хрусталик. Чоппером потрогайте. Ага. Вот, вот так, потрогайте. Хорошо, очень хорошо. Угу, вот, уже смелее. Чоппер вам не должен мешать. Если вы в этой зоне работаете, убирайте его. Хорошо. Чуть-чуть педаль прожимайте посильнее. Пусть будет побольше ультразвука. Вот. Угу. Вот. Вот, отлично. Вот, вы начали перемещать хрусталик. Поехали. Просто, да. Вот. Аккуратненько. Вытащили конюли аккуратно, мягко, отпустили педаль. Вытащили конюли. Вообще заходит, заходит. Все, поехали, придерживаем и нажимаем на поршень. Пошло. Ага. А, все, выходим аккуратно, мягко. Все, вытаскиваем, мягенько.
что-то летчиком аккуратненько опустили. На центральную часть, на оптику давите, на центр. Кончиком линзы, кончиком шпатлы. Она у вас вся в мешке? Да? Все. Все.